Всем хрю, с вами Бига Хару. Всем добра, с вами Добрый. Ребята, сегодня мы путешествуем в мире магии. Там вообще нет людей, короче, и одни только магические существа. Вот, мы попытаемся забрать у них все артефакты и стать повелителями магии. Да. Ребята, нам сказали, что именно в этом замке находится портал. Но я не думаю, что будет все так просто. То есть нам просто не дадут сейчас войти в портал магии, и что-то сейчас будет интересно. Господи, а почему так много... Погоди. Смеется кто-то над нами, походу. В смысле? Мы что, не туда пришли, что ли? Это пранк? О, сундук, смотри, сундук. Посмотри. Это что такое? Возьми книгу, почитай, я пока возьму, вот, допустим, вот это вот. Ребята, там что-то нечто ужасное. Кто-то писал вообще, что за говор. Ваше первое задание на следующей странице. Подпишись, поставь лайк. А, ну это да, кстати. Это задание для вас уже. Ага. В принципе, дальше нам книга эта не нужна. Ведь мы сами сможем найти проход. Нажимай все рычаги, Каван. О, тихо, что-то открывается. Походу, надо в последовательности нажать рычаги, и тогда все откроется. Подожди, а что ты вообще выбил из этого, из сундука-то? Я взял себе палочку, значит, 32 золотых яблочка и каких-то 2 электрических золотых яблока. Дай палочку, пожалуйста. Так, в смысле, у тебя есть палочка, там 2 было. Ну, ты просто очень долго ей не пользуешься. А, надо воспользоваться? Ну, давай. О, что сделал? Я потолок сломал. А, ну походу так и откроем. Все, давай. Убегай! О, тут какие-то механизмы были. Ну ладно, сейчас их не будет. Походу все-таки были механизмы. Ну ладно, мы зато прошли. Ну да. Вот они, команд, что это? Добрый, что с тобой? Ты каменный. Добрый, с тобой все хорошо. Добрый на рычаг. Добрый на яблочко. Добрый. Да я здесь. Повернись, я сзади. А в смысле это кто? Слушай, давай яблоки съедим. Я, короче, электрическое яблочко кушаю. Еще и вот золотое. Подожди, это медуза Горгона. Ей нельзя в глаза смотреть вообще. А, нельзя. Погоди, а как мы победим тогда? Ну, не смотреть в глаза ей надо. Все, я убил ее. Там это, вон, все, да. Че, погнали в портал в ад? Че? Ой, в магию. Смотри, тут какой-то сундучок есть. Опа, ничего себе. Нифига себе. Классная броня. Че, у кого лучше? А, походу у тебя, да. Ну, классно, стильно, кстати, да. Там Гуччи, Луи Виттон, мне кажется, очки, прям линзы вообще, найс. Ребята, пишите в комментариях, чей вам больше нравится комплект брони. Вот мне, например, нравится мой больше. Добрый просто похож на какую-то, На самом деле я похож на какую-то, но у меня, на самом деле, 25 сердечек жизни, если что. И еще какой-то кулон. Кулон шок, слот ожерелья. Есть шанс ударить молнией нападающих? Подожди-ка. А у меня чего? А у меня пояс. Непонятно, что написано, но зато есть ласты. Улучшается ловкость в воде. Неплохо. А, и очки. Перчатки какие-то у меня есть. Покажи, я не вижу. Видишь, у меня одна рука горит. Не, вообще не вижу. А, во! Фига, Добрый, это ты чем обмазался? Не знаю, ну-ка, подожди. О, смотри, я поджигаю. А, я горю. А, у тебя типа рука? А, понял, все. Так, ну все, так, отправляемся, ну... получается, в... Да? В мир иной, да. Короче, ребят, мы еле как забрались в какой-то рандомный домик, потому что, ну, посмотрите через паутинку, что там происходит вообще снаружи. Какой... Ай-яй-яй! Вот просто дядя... сразу... Всё. Ну что, покажем? Выглянем на секундочку. Ну, давай быстренько, на секунду, да, давай, поехали. Тихо. Всем хрю, с вами Бига Хрю. Ай! Что происходит? Кабанчик, давай. Я его пытаюсь. Я, может, успею убежать куда-нибудь, съем электрическое яблочко, чтобы меня не могли убить. Но, Добрый, это какие-то маги. А, ты убил. Да, я убил его. Может, мы еще выживем. Попытайся выжить. Так, попробуем метеорит не кинуть. А, метеорит тут нельзя кинуть вообще. Потому что тут, видишь, сверху потолок. Ну, тут потолочек. Хорошо, что я тебе эту палочку отдал. У меня коса на 60 урона, они должны с удара умирать, господи, они такие жесткие. Ребята, извините за голос, я немножечко его сорвал, так что... чего, Добрый? На самом деле ты не заметил, но я нашел меч на 70 урона. Где ты мог найти меч на 70, блин, его урона? Так вот, в этом домике, пока ты там в ластах своих добирался до него. Да у меня даже ног нет, ты посмотри, где мои ноги? Ладно, все, погнали, нет времени. На самом деле, я не знаю, как мы тут будем искать артефакты, и что это вообще за нами сейчас бежит. Господи, какая-то горилла ползет! Ты видишь, она передвигается взрывами, метеорит. Добрый. Она настолько ж... О, смотри, метеорит прилетел. Каким образом вообще? Давай, кабанчик, мочи его, мочи. Вот, отлично, хорошо, что у нас есть коса. Мед выпал, мед, соты.
погоди, это что такое? Ударь меня. Ага, слабой, да, еще разок меня ударить. Все, все, тихо, 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 тихо. Че, в чем проблема? Все, тихо. У меня зонтик, это щит. Нет, это щит, он бесконечный. Добренький. На меня крысябры напали. Ты все еще летишь, что ли? Я все еще лечу, тут пчелы и комары. Они-то что тут делают? Так, я попробую яблочко скушать. Я так рад своему зонтику. Я не могу опуститься. А, вот я уже падаю. А ты? Я нет. Как? Добрый, я держу тебя. Я держу тебя, добрый. Давай. Черт, я столкнул тебя! Убегай! Блин, этот мир такой сильный. Да, очень сильный мир. Сделаю чуть-чуть потише Майнкрафт, потому что невозможно. Столько молнии на... А, вон доброго убьет, вижу. Я помогу тебе. Не помогу, он куда-то телепортнулся. Падаю, иду к тебе, видишь меня? Это я, кстати. Мне кажется, это не вода. А что это? Мед? Да я вообще в ластах, мне вообще наплевать, что это, как бы понимаешь. Так, подожди, главное не нарываться вот на этих желтых ублюдков. Один уже бежит за нами. О, так тихо стало, так приятно, ой. Ага, отлично. Нет, добрый, куда ты? Добрый, куда я опять улетаю. Стой! Держись! Смотри, там какой-то другой биом, смотри. Где? Вау, там что, красиво. Рыба летает, смотри. Где? Вот. Куда смотреть? И вообще да не вот. Вижу. Да где? Да смотри, куда я смотрю, блин. А, реально, караси летают, господи. О, сундуки. Сундуки. Чего? Господи, что это такое? Это сундук-ловушка. Давай дальше исследуем мир. Цветочек. Зеленая роза, это добрый. О, господи, ты видел, что это? Это мой зонт, да. Короче, ребята, в этом мире все черты. Чертовски жесткие, мы не знаем, даже вот какая-то черепаха там просто таких щей навалила. Доброго в броне сожгли сразу. Давай, короче, не забывай кушать яблочки золотые, они наше спасение. Попробуй, давай вместе, сразу с двух сторон. Раз, два, три. Фу, повезло. Кайф! Погоди, там еще какая-то крокозябра. Это что такое? Какая-то огромная учительница по математике. Ага, мне кажется, все-таки русичка. Мы домашку сделали, не подходи. Не-не, это походу биологичка. Видишь, у нее ребра показывает там. Ну, это несложно было, на самом деле. Ну потому да, он был легкий. Сейчас, что, дистанционка. Вот, погнали, короче, мы туда. Может, что-нибудь еще встретим интересное. Может, какой-нибудь другой биом. А, это те горгули. Не-не-не, фу-фу-фу. Это горгули из того ролика, добрый. Кстати, ребят, если вы не смотрели ролик про древних богов, обязательно посмотрите. Там есть вот такие смурфики летающие. О, смотри, какая-то земляная панда. Сзади кабан! Сзади! Я убил ее. Отлично, я убил ее. Горгулья вонючая! Хорош. Все. Побежали, короче, побыстрее. У меня аж под выход вспотел. Да, опять эти грибы. Грибы вонючие. Господи, еще. Вообще жесть, ребята. Мне яблочко помогло. Короче, если мы срочно не найдем что-нибудь для оружия, то нам просто жопа здесь. Потому что тут каждый моб намного сильнее, чем мы. Ведьмы, добрый ведьма. Ну, ладно, ведьма. Ведьма, это не страшно. Я данж нашел. Тут спавнер. Жалко, сломать нечем. Кусочки железа, стрелы, ну это все фигня. Кабанчик, что я нашел? Сейчас выберется надо отсюда, я тебе покажу. Мне кажется, это что-то очень крутое. Так, погоди! Вау, это что? Это что такое, добрый? Это посохи всевластия, наверное. Чего? Сейчас увидишь, смотри, вот видишь ведьмички, да, вот отравляют тебя. Сейчас я сделаю с ними хорошо. Раз. Добрый. Что это? Что ты сделал? Что это такое? Это была магия крови. Да ладно, ну-ка дай-ка. А второй что делать, покажи. Второй, сейчас, подожди. Нифига, ты посмотри, там просто дыру пробило в небе. Жесть. Черт, я думал, это сундук нормальный. Черт, его сундуки обманывают. Здесь все обманчиво. У меня есть еще один посох, сейчас попробую что-нибудь с ним сделать. Только нужен нормальный соперник, например. Вон здание, видишь? А, вон горгулья летает. Че, я не твой соперник, добрый. Не работает посох. Не работает? Ну ладно, хотя бы один работает. Так, я вижу какую-то страшную башню. Что-то у меня не получилось, добрый. Ну-ка, покажи-ка. Так, давай, добренький. Показывай эту магию великого кабана. Не зря же я дал тебе эту пал...
Ну, подустал, что ли, не тоже? Срабатывает, не ну, походу, это палка на один взрыв, ничего страшного. Попробуй еще, конечно, может, сейчас получится, давай. Так, сейчас, секундочку. А, так, ты, погоди, ты забыл это, заклинание произвести, щечками подрыгать. Я понял, почему у меня тогда не получилось. Да не, это я просто сосредоточился. Сейчас все нормально будет. Дай поиграть. Ты шо? Подожди. Добрый, нам точно сказали, что есть портал в магию, но как бы не для этих целей, понимаешь, мы сюда пришли, как бы, да? Как бы. Ну, ты все разрушил. Дома, тут, значит, почву сломал, тут мы поубивали животных, тут, значит. Всем спасибо, что досмотрели до конца, получается, да? Да, ребяточки, я стал наконец-таки повелителем магии. И напишите в комментариях, какая стихия магии ваша самая любимая. Вот у меня, допустим, магия печенек. Нифига, у тебя печенка большая. И, кстати, ребята, не забывайте про задание, которое было в начале ролика, да, там в книжечке, которая, да, ну, там подписаться, лайк поставить. Ну да, все. Всем пока, целуем в пивень.